В селе Дмитриевка Черниговского округа прошли соревнования по лыжным гонкам «Марафон-2024». Мероприятие собрало 500 участников из разных муниципалитетов Приморского и Хабаровского края. Спорт мы развиваем очень активно. И президент в своем послании отметил, что надо заниматься лыжами. Что мы с вами в течение 5 лет и делаем. Открываем новые базы, совершенствуем их. Делаем так, чтобы они были комфортные. Здесь мы тоже каждый год прибавляем по каким-либо сооружениям. Ну и в целом, значит, делаем так, чтобы этот спорт был доступным, с тем, чтобы он нравился приморцам. Спортсмены смогли пробежать индивидуальные гонки свободным стилем на дистанции 3, 5, 10, 20 и 30 километров. 3, 2, 1, поехали! На финише участников встречали с памятными медалями. В конце мероприятия губернатор края наградил победителей дистанции и вручил денежные сертификаты. Самые маленькие наши участники, география, смотрите, какая у них хорошая. И горные ключи, и Черниговка, и Лесозаводск. Напомним, в Приморском крае развитие массового спорта является приоритетным направлением регионального проекта «Спорт – норма жизни». Диана Иванова, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.